Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Звук «Ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Планетой этого имени является Венера. При соответствующем образовании из них получается тонкий ценители живописи, поэзии, музыки. Обладая богатством, они обязательно будут скупать вещи исторического прошлого. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.